Говорит Зеленский, украинцы выживут без поддержки США, но не все. Пам-пам. Спасибо, очень обнадежили. Что у нас, друзья? Достали первого погибшего, труп дедушки, 94 года ему. Нашли его под плитами. Продолжаются поиски женщины, которая предварительно находилась дома, но этого пока что никто подтвердить не может. Еще, друзья, для жителей дома информация, который поврежден. Эксперты провели оценку. Отселять будут 18 квартир. Схема как с домом на Победе. Должны власти потом компенсировать стоимость аренды жилья за время ремонтных работ. Сказали, что все не так плохо, благодаря тому, что дом кирпичный, а не панельный. Должны в кратчайшие сроки все восстановить, даже с минимальным ремонтом. Вот такая вот предварительная оценка экспертов касательно проводимых ремонтных работ в будущем. Ну, а на данный момент продолжается спасательно-поисковая операция. Что же, что-то шел, наверное, на стройке где-то, что-то как бахнуло. Тревоги ничего нету, но было громко, люди так все сразу хоп-хоп в небо там начали глазеть, смотреть. Ну, вроде никто ничего нигде не пишет, значит, таки на стройке. Бывает у нас такое периодически. Мясо в пакете можно было бы свистнуть. Мясо. Так, опять вы. Уходите, верните моих друзей. Так, народа что-то. Как в мавзолее в очередь. Эй, посмотри на меня. Думай об одном. Делай как я. Что мне надо? Ага. Тут скидка на Алию. Видите, разгребли, ё-моё. Успел, а то бы мне и не хватило. Возьму с запасом. Хай лежит человек. Донат скинул. Можно немножко скупиться. Те, кто желает поддержать канал, друзья, можно спонсорство оформить. Там всего 35 гривен. Очень сильно буст каналу. Кто желает помочь на лекарства родителям, бабушке, то ссылочки тоже под каждым видео, под стримами. Это что такое? Гуманитарная помощь, что ли? Коньяки разгребают. Ну, не на часе. Не на часе, как сказал Верховная Рада. Где? А где вы? Где все мои собутыльники? Где? Ага. Так. Ага, так. Надо взять это уже. Яичню нема что робить. Овочи для яични. Взяли. Горошек. Зеленый взяли. Кукурузу надо, она не надо, не знаю. Капусту взять. Соте. Или соте возьмем, не пробую. Что еще у вас тут? Сумеч, персик. Давай. Что еще у вас тут есть? Мексиканское. Итальянского, гаваньского, не знаю, то еще возьму, наверное, эту, опа, мексиканскую, не пробую, конечно. Так, сделаю себе яичницу на зависть всем, то есть 20 яиц. Кто спрашивал, продаются ли у нас яйца поштучно, продаются, да, это не шутка была. Я не знаю, что вас так удивляет. Только что. Сейчас
поехали сюда. Идете со мной. Все. Короче, я погнал, такие новости. На данный момент у нас спокойно. Надеюсь, так и будет. Всем все, а хлеб еще. Вы мне зубы не заговариваете, товарищи. Ну да, нет, Горбатон. Ё-моё, ворота. Не протолкнешься. Хотел я днем ходить в магазин. Вон он, европейский, по-моему. Все, ты со мной. Я иду сдаваться. Руки вверх. Жопа вниз. Признавайся, ты фашист. Все, всем хорошего дня.